Здравствуйте, Игнатий Подожди. Тихонович. Подожди, ты можешь подождать? Маленько. Надолго? Да, я Так, подожди, я сейчас жду. отпущу. Ладно, давай я провожу тебя. Ладно, я пошел. Все тогда, а то приходит. Спаси Христос. Я хотел вернуться к вопросу. Да, нет, сейчас не надо говорить. Все потом. Хорошо, ладно, я пойду. Потом. С Богом. Пока я включил, пока отправил. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Я священник, вот, крест. Сейчас Ну, да. еду в машине. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, не против, конечно. Так, слушай, говори. Конечно. Так, я вот что подождите, хочу. Я все тут Нет. Поставлю. Вообще, знаете что, у меня будет личный вопрос. А это И отдельно, отдельно что бы оставьте не его. поставили. Так. Отрезать. Хорошо? Так, это лишнее, там у меня указывается, никогда лишнее не надо говорить. Я это не касаюсь. Говорить то, что секрета нету. Пожалуйста, говорите. А, то, что секрета нету? Да нет никаких секретов. А лишнее это где-то отдельно за углом. Ну ладно, то, что секретов нет. А вот ваше выступление, как вы на этот зашли так, кто в рулетку. Откуда, чего вы назовитесь? Кто, откуда, чего и зачем? Откуда, чего, откуда? Прям фамилию, имя, отчество надо начать. Ну кто вы? Я это должен разговаривать с кем-то. Кто вы? Я отец Тимофей меня зовут. А где, какой Гладков, город, где вы находитесь? Я в Екатеринбургской области. А, ну это знакомо нам. И что вы хотели, пожалуйста? Да. Ну, ничего, просто хотел вас а услышать, как вы чего нас нашли? По какой причине это вышли на нас? Так, сейчас скажу. Шахматова знаете? Да. Алексей Шахматов. Он в субботу будет он, здесь. Он едет сюда. В субботу он будет здесь. Да. Да, я знаю, я слежу за ним. Так, и что? Вот. Он защищает отца Владимира Головина. Да. Кстати, сегодня ваш ролик, да? Ролик ваш вышел. Да. Вы выпустили. Да. А я считаю, что отец Владимир это один из святых, которого, ну, вот, гонение. Ну, мое личное мнение. Никто мне не вправе это мнение мое, значит, судить. Правильно? Он вот. Старался приехать в прошлый год, но теперь на этот год отложил. Приехать не один, хочет с людьми у нас побыть здесь. Кто? Отец Владимир Головин. Кто? А, вот. Ну, вопросы насчет отца Владимира я не буду задавать. Это у меня все свое, как бы, видение все. Да, просто... хотя, можно, я спрошу, да. Как вы думаете, отец Владимир, богоугодное дело делает, правильно? А вот приедет сейчас как Алексей Викторович, я ему на эти вопросы буду отвечать. Ага. А, извиняюсь, крутится у меня, я на руле у меня. Переворачивайтесь так это, что это? Камера. А я руль кручу, у меня на руле вот эта камера. Поэтому я кручу руль, туда-сюда заворачиваю и кручу. Ну ладно. Вот. А я, что, знаете, нельзя, что нельзя хотел? Остановить теперь, поговорить, пока говорим, чтобы не крутилось. Ну давайте сейчас я заверну, ну, давайте. Остановлю. Это же не игрушка какая-то, не каждый день вы приходите. Сейчас, заверну. В сторонку съехать. Извиняюсь. В сторонку-то. Если оно что-то это значит для вас. Значит, я в квартал заехал. Квартал заехал, все. Так, все. Тебя не будет крутить. Пускай так спокойно будет. Я так, ну вот вы дождитесь уже на следующей уже неделе. То есть в воскресенье у меня будет ролик этот стоять. О нем вопросы будут. Знаете? Я зачем буду опережать-то, когда вопросы будут задавать, они где-то в студии записывать, а потом пресс-конференции уже назначают. Да. Я знаете, что хотел сказать? Я священник недавно, 5 лет только, да, но у меня всегда такое было ощущение, что надо юродствовать, то есть надо вот таким быть.
со современным миром вот так вот надо себя вести. Вот. И сейчас вот натыкаюсь на такие вот, и вот это такие люди, ну, как вы, как отец Владимир, ну, у меня еще есть свой наставник, так скажем, да, но не буду его называть, вот. И он прямо говорит, что мы должны быть немножечко сумасшедшими. И вот я поэтому смотрю вас, и так это, мне очень нравится, вот, просто хочу вам сказать так. Вот, и попросить, чтобы вы помолились за меня, за мою семью. Вот. Вас Потому говорит, что мы как звать-то вас? молитесь за друга и исцелеете. Тимофей. Иерей Тимофей. Тимофей, я Да, запишу. матушку зовут Мария, Мария. матушку. У меня мама была Мария. Спаси, Господь, да Ага. помилует и благословит, и сохранит. Спасибо, Господи. Сейчас вот тоже утром служба была прежде освященных, Как вы потом вышли на двоих нас-то? вычислили. Как вы вышли-то на меня? Что послужило этому? А, как вышел? Значит, вот я Шахматова смотрел, и он что-то говорил, там, Игнатий Лапкин, Лапкин, так. Ну, и я открыл, посмотрел, и все, и затянулся, вот. Ну И да. все. У нас очень... Мне много не надо, у меня хорошо работает. У нас большие ресурсы очень. Вот в Ютубе у меня, Да, я знаю. знаете, Я слышал. да. Слышал. 1000 раз слышал. Да, это 14 800 роликов. Мы все записываем, деревню Да. православную строим. Нам Господь позволил это делать. Вы знаете еще какой вопрос? Как вы с какого времени начали читать Библию полностью? Полностью начал читать ее 27 сентября 17.00 1962 года. Карла Розенберга, 18.4, город Венспилс, Латвийская ССР. Там мне дали впервые. Честь. Мне было уже 23 года. 62-го Да, но я года. слышал. А запоминали вы специально или у вас как бы вот так вот оно запомнилось само вот эти цитаты и все Понимаете, для меня это не цитаты, для меня это как голос с неба. Я искал, 23 года я был верующим, с младенческих, говорится, ногтей. Ну, я родился в старообрядческой, беспоповской семье, Киржаки называется, священства не было. А страх Божий был, мать привела, в пионеры нельзя, там, с женщинами нельзя, материться нельзя, курить нельзя, там, воровать нельзя. Бог меня от всего сохранил. Сохранил, страх был Божий. Я всегда старался удалиться и молиться. И в 23 года мне впервые дали в руки Евангелие. И уже через там полчаса я был весь там. И после этого я уже работал, с корабля ушел. И был один раз, помню, Библию взял с собой, ушел в лес, чтобы никто не мешал. Наступила ночь, я на дерево залез, как шимпанзе, свил гнездо. И утром проснулся, внизу распадок так, от котлок, и березки, и там туман стоит, и я один на березе там сижу, чтобы время не тратить. Я сижу и там считаю Библию. Я в ней иной раз даже до 10 часов в день считал. Вот запоминать, оно запоминалось. Я считаю, оно в меня все вкладывалось, как будто я всегда знал. То есть вы не учили специально, не учили. Специально заучивать так вот, как записывают отдельно на картоночке, а потом повторять, этого у меня не было. Я просто много читал ее. Я много Все читал. понятно. И вот считает псалтырь на русском языке кто-то. А я стою рядом. Раз, я сразу поднимаю руку. Не надо, считаешь неправильно. Как неправильно? Я не знаю как. Неправильно и все. Он начинает считать опять тоже. И тогда третий раз считает. Ой, да вот тут буква одна не так. Одна буква у меня как перфокарта. Не пропускает. Это Бог сделал так. Потому что я очень искал божественное. Всякие Это как атеистические. раньше, вот Как? читаешь вот эти жития старцев, житие старцев читаешь со святых отцов, Так я и там начинаю. они наизусть псалты наизусть знали, Библию тоже наизусть знали, вот Библию никто точно вот наизусть не это. знал. Этого нету, нигде даже не написано про Библию. Я жития святых Ну да. насчитывал. Поэтому на житиях святых тут я не позволю прибавлять. Я составлял симфонию, книга вышла, симфония на жития у меня. Симфония на жития, это Господь мне позволил Да, написать. я знаю, я видел сайт, Да, вчера смотрел. да. Ага. Кроме того, составлял сопроводительные документы. В общей сложности почти 10 раз я их прослушал. Они начитанные. А я ночью занимаюсь переплетом там или подшиваю что-то и одновременно слушаю и записываю на разный размер этих катушек.
где на какой дорожке что записано. Да. Это на нашем сайте все есть. Но тут я взял только 375 метров. В каком месяце, сколько было, ну и прочее. На нашем сайте. Спасибо, Господи. Да. Спасибо, Господи. Это огромный-огромный да. был положен. Зажигаете нас, зажигаете. И ну, вот честно. Знаете, как это... Вот, это Господь так делает. Я очень хотел знать волю Божию. И да. поэтому вот сейчас он приезжает, он его везде толкают, а у меня врагов и друзей. Вот представь, за последние 8 месяцев мне пришлось заблокировать больше 9 тысяч человек, которые с богохульствами, с матерками на меня лезут. И в Ютубе... Я тоже слышал это. Я уже много чего слышал от вас. Так, это почти дивизия в гражданское время, в мирное. И кроме того, вот ролики составляют из моих роликов. Там я в огне горю, там вокруг женщины, там они... Ничего не сделаешь. Примерно 220 роликов против меня. Это во много раз больше, чем на всю Государственную Думу с Путиным вместе взятые. А где эти ролики? Где? В Ютубе сделали, закачали? В Ютубе. В Ютубе. Угу. Там специальные люди, мне уже известно это, платят им, чтобы они все время что-то выискивали и клеветали. А меня это не касается. Я только так гляну, что ага, он опять делает. Благослови его, Господи. В судный день не помяни его безумие. Он не знает, что делает. Угу. Меня еще же не брать. Еще... Представь себе, у меня 38 томов книг. В бумажном варианте, плюс 7 в интернетной, 14 800 роликов, да меня голыми руками можно брать, а взять не могут. Вот Головина они раздавили буквально, Ткачева кинулись, а мои книги находятся в 4 этих сендерских отделах патриархийных. Дворкин специально занимается, монастырь Одесский, теперь отправили в Киево-Печерскую лавру книги мои, и уже 5 лет они там лежат, и они ничего не могут найти. Хотя я касаюсь таких вопросов, как монашество, мощи. Я не против монашества, двумя руками за, но не такое, как вы принесли. Монашество должны быть одиноки, идти проповедовать, а не сидеть за стенами. Профукали 2 миллиарда мусульман. Это все могли быть православные, если бы проповедовали. 2 миллиарда мусульман. Нет, брат, Бога не объедешь и не обманешь. Он сказал, идите по всему миру. Я знаю. Я сегодня соборовал 50 человек один, где-то 2,5 часа. И тоже им так сказал, они и рады в то же время, и в то же время я их так да, обличил, что... Да. Как-то в одном месте... Сейчас надо... Я не знаю, да. то ли где-то в лавре мой брат, священник, отец Аким, был там. Вот ему 3 февраля, 40 лет, как он в сане. Митрополит местный приезжал, тут литургия. Видели этот ролик, нет? Архиерей с тебя снял крест с украшениями, на моего брата надел. Наградил с себя, снял и на него надел. Во время литургии. Я такого не слыхал даже. Да, вот первый раз слышал. А вы не признаете, все это ложь, клевета. Архиерей местный, патриарший для нас как отец родной, хотя мы патриархии не принадлежим. Но не, это... а кто не признает? Кто не признает? Да ну, которые там разные, миссионерские отделы там на нас лают день и ночь. Ну, в интернете там много. Нет, я признаю Бога, я Бога признаю и его служителей. А те, кто делает зло, пусть он будет епископ, священник, мне вообще без разницы. Да. Я ничего не скажу, конечно, но свои выводы делаю. Про отца Владимира мне тут много вопросов будет задано, я буду отвечать на них. Ну ладно, я поехал, у меня жена ждет там, тоже так. бедная, 3 дня. Так, ладно. Хорошо, да. с Богом. Спасибо, Господи, помолитесь за это. Так, благословите нас, Господи, чтобы встреча была благоприятная. Бог благословит. Спасибо, во имя Отца, Сына, Святого Духа. С Богом. С Богом, брат Тимофей. Угу. Давай. Спасибо. Все, отходим.